В нашей жизни все мгновенно. Все проходит и пройдет. Спортом надо непременно заниматься круглый год. Спорт – это жизнь, это легкость движения. Спорт вызывает у всех уважение. Спорт продвигает всех вверх и вперед. Бодрость, здоровье он всем придает. Всем, кто активен и кто не ленится, могут со спортом легко подружиться. В детском саду «Аленушка» города «Строитель» дети дружат со спортом, и в этом им помогает нестандартное оборудование, которое раскрывает перед детьми новые возможности физической культуры и спорта. Использование фитбол-мячей в утренней гимнастике и в подвижных играх повышает интерес дошкольников к здоровому образу жизни и спорту. Шарообразная форма мяча дает возможность максимального соприкосновения ладони с поверхностью, что немаловажно в дошкольном возрасте для развития мелкой моторики. Использование нестандартного оборудования степ-платформ позволяет сформировать у детей стойкий интерес к занятиям физической культурой, что является одним из важнейших условий формирования мотивации здорового образа жизни. Степы обладают для детей особой привлекательностью, как некоторые ограничители персонального пространства – домики. В настоящее время в России идет становление новой системы образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической практике дошкольного учреждения, в содержании технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Использование интерактивного пола в дошкольной образовательной организации становится неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающего его эффективность. Использование интерактивного пола позволяет разнообразить образовательный арсенал, повысить общую эффективность деятельности. Комбинирование традиционного обучения с работой интерактивного пола способно дать прекрасные результаты. Включая интерактивный пол в спортивные праздники, развлечения, подвижные игры, у воспитанников закрепляется умение ориентироваться на плоскости, развивается внимание, смекалка и находчивость. Использование интерактивного пола стимулирует активацию умственной деятельности, развивает мотивацию. При взаимодействии нескольких участников вырабатываются навыки коллективной работы, способность принимать решения и вести за собой друзей. Это хороший шанс проявить креативность, ведь увлеченные дети раскрываются, показывая свои скрытые таланты. Важным плюсом использования интерактивного пола является возможность организовывать среди детей командные игры. В коллективной деятельности дошкольники активно помогают друг другу. Такая взаимоподдержка стимулирует общение и обмен знаниями между участниками. Спорт дарит нам энергию здоровья, упорство, силу духа, красоту. Спорт учит нас на мир смотреть с любовью. В реальность воплощать свою мечту.